Три, вы должны достать этот замечательный подарок. Итак, на счет три, готовы? Секундочку, ручки. Только девочки, напоминаю, ловят этот подарок. Раз, два, 300 спартанцев! Стоп, секундочку. Я сказал три, а 300 спартанцев до этого, а нужна цифра три. Давайте еще раз, девочки, ну будьте внимательны. Раз, два, три, каташная одежда, прикольная. Куда вы спешили постоянно, елки-палки. Раз, два, 300 тысяч гривен потратила Украина на развитие нанотехнологий в прошлом году. Куда вы спешите? Так, девочки, давайте серьезнее, пожалуйста. Еще раз. Раз, два, 33 коровы. Девочки, секундочку, положите подарок. Я напоминаю вам главные условия этого конкурса. Когда я говорю цифру 3, вы должны говорить... Так, Андрей. Цифру 3, да. Ты неправильно делаешь. А что? Давай я. Девчонки, давайте. Один, два, три самые изольные. Куда вы спешите постоянно? Андрей, что нужно сказать? Цифру 3, они должны будут ловить. 3 сказать, они забирают... Цифру 3 и все получается. Надо сказать 3, и тогда только заберут. Цифра 3 и все. Вот я сказал 3, и они должны забирать. Да, цифра 3 получается. Хорошо, я сказал 3, и вот они забирают. Вот цифру 3, ты говоришь? Все очень легко. Цифру 3, надо сказать 3, да? Цифру 3 и все. Есть у вас победительница! Наконец-то ваша победительница!